Ксюша Веремьева на лошадь села в первый раз и сразу почувствовала себя настоящей всадницей, испытав удивительные ощущения. В этом девочка призналась сама. Когда мне сказали положить на колени руки, руки на колени, я просто себя ощутила, то, что я без никого еду, просто вот учусь сама. Красота, грация и величие – это все лошади. Ипотерапия позволяет лечить людей с помощью верховой езды. Она известна с давних времен. Еще сам Гиппократ предлагал лечить меланхолию с помощью верховых прогулок. Данная методика зарекомендовала себя во всем мире и активно используется в лечении детей и взрослых. Особенных детей членов Ленинского общества инвалидов вместе с их родителями пригласил конный клуб «Казачий дозор». Мама Юлии Ивановой, Елена Северова, говорит, и раньше тоже приглашали на занятия в другие места, но здесь им понравилось больше. Юле очень нравится это, поэтому она с восторгом восприняла эту идею, что мы поедем кататься на лошадках. Там очень понравилось. Вот здесь так много лошадей, мы вообще не видели так много лошадей, чтобы были, одну-две, а здесь прям их огромное количество, жеребенок. Сотрудники конной базы помогали ребятам уверенно почувствовать себя на лошадях, подружиться с четвероногими лекарями. Польза колоссальна. С одной стороны, это эмоциональный подъем для ребенка, потому что он сидит выше, чем он стоит на своих ногах. Все гораздо лучше видно, больше обзор, плюс лошадь теплая, мягкая, добрая, у нее бархатный носик. Лошадь приятная и интересная. При этом лошадь успокаивает, потому что это ритмичные, спокойные движения. На этой конной базе активно развивается волонтерская деятельность. Все это возможно благодаря поддержке Николая Михайловича Радченко и Казачьего станичного общества. Вдоволь накатавшись, гости Казачьего дозора отправились на мастер-класс. Получив от лошадей массу самых приятных эмоций и энергетического заряда, ребята окунулись в творческий процесс. Им предложили сделать подарки своим самым дорогим накануне Международного дня матери. Провести интересное занятие попросили сотрудницу досугового центра юности из горок Ленинских. Казачий дозор предложил нам поучаствовать в мероприятии для деток с ограниченными возможностями. И мы, конечно же, не смогли остаться в стороне и с удовольствием приняли в этом участие. Делали для детей мастер-класс ко дню матери, который будет вот в эти выходные. С ними мы сегодня сделали открытки. Это то, что детки смогут сделать сами. Подобные занятия «Казачий дозор» проводит регулярно, и, как правило, участников бывает много. Уговаривать уж точно никого не приходится. Татьяна Брылова, Анастасия Матвеева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.